Бросить вызов байкерам решил один из четырех самых сильных армрестлеров мира – Евгений Прудник. Если вы не занимаетесь армрестлингом и не представляете, насколько сильным может быть армрестлер, вы обязательно должны посмотреть этот ролик до конца. Для правильного масштабирования картины сил толпы людей нам понадобились отважные ребята, которые готовы идти на любой риск. Кто как не байкеры, ведь о них говорят, как о отважных парнях и девочках с холодным разумом, горячим сердцем, и для которых армрестлинг – это не новое слово в их словарном запасе. Алкоголический вид спорта. Кто напился, тот и этот. Пытается друг друга на руки положить. Евгений приехал на площадку сбора байкеров, выбрал специальную форму одежды, чтобы не выпадать за рамки общего стиля, и установил наш стол для армрестлинга. Задание было следующее. Есть армрестлер, и в течение часа толпа численностью в 100 человек должна без перерыва побороть себя. Замечательно, это очень классное дело, на самом деле. Пробовать себя, свои силы. Класс, спасибо. Ребята, один час и вот эта вся толпа. Дорогие друзья, спешу вам сообщить, что жеребьевка второго этапа ТОП-8 состоится 1 июля в СК Олимпийский города Киева в музее братьев Кличко. В 12:00. Всех желающих любителей армрестлинга приглашаем в музей братьев Кличко. А те, кто не сможет увидеть и приехать, поприсутствовать на этой жеребьевке, мы предлагаем посмотреть в прямом эфире на нашем YouTube-канале Arbets TV. Итак, Ливан Сагинашвили, Тим Бреснан, Евгений Прудник, Рустам Бабаев и другие атлеты присутствовать будут на этой жеребьевке, вы увидите это интереснейшее событие, ну а потом уже будем строить прогнозы. Но это еще не все, вас ждут интересные конкурсы. Так что приглашаем вас, еще раз повторю, 1 июля в СК Олимпийский, в музей братьев Кличко на 12:00. Короче, в Киевской области будет, я приехал на слет байкеров и сделал им вызов, вот, и теперь все, я не знаю, сколько их здесь, 50-100 байкеров будут по очереди подходить и пробовать мою руку без остановки в течение часа, будут пробовать положить мою руку. Ну, я, соответственно, попробую оказать какое-то сопротивление. Тот, кто уложит нашего мастера, получит настоящий кожаный байкерский ремень. Иначе он достанется нашему главному герою. Итак, давайте же будем смотреть, получится ли у этой толпы побороть нашего армрестлера. Преимущество в силе за нашим атлетом Женей Прудником, толпа берет его численностью. Человек за человеком и схватка за схваткой.
и силушки у нашего чемпиона могут и закончиться. Интересно, насколько его хватит? Давай. Ну что, как вообще? Сильно? Нормально, классно. Не, слабак. Давайте, пацаны, сейчас он утомится, и у вас будет шанс. Давай. Там на базе их полно шансов. За час надо его утомить. Бегом. Давайте. Все навалились, навалились. Сейчас. Можно было бы лучше. У нас сегодня команда не готова. Байкеров много, они очень смелые, но по силе у них, ну, знаете, главное, чтобы выжать ручку газа и сцепление удержать. Это очень хорошо. А чешуеть? Ну это что, без мата? Ну вообще мы надеялись на вот этого вот полулысого, но нет. Чувствую, уже, блин, рука забилась вообще. Да, да, надо попробовать на левую. Казалось бы, уже все, но нет. Он еще остается на коне. Порох не кончается. И стоп! Закончился час времени. Никому из байкеров так и не получилось побороть участника топ-8 Евгения Прудника. А как вы считаете, сколько надо времени, чтобы утомить нашего героя до самой победы? Ну що я вам скажу, боролись годину, не побороли тебе. От такий тобі поясочок ручної роботи від того волохатого дядька, від Кулєнка. Він тепер твій, ти мощний, я тобі скажу. Дякую. Якщо Кулєнка він тварина, то ти, я тобі скажу, машина, він правильно сказав. Красиво все. Дякую за подарунок. Ти це заслужив. От чесно, Сала Валерій. Валерій.
Сало, Валерий. Сало. Алюмин. Пояс чемпиона. Чемпиона среди байкеров. Есть еще порох в биомеханике. Или, может, вы рассчитаете коэффициент по количеству настоящих армрестлеров? Пишите ваши ответы, и мы обязательно устроим подобный челлендж с еще большей толпой. Не забывайте, что лучшее оборудование для рестлинга уже в наличии. Есть ручки под любой хват, маленькой, средней и большой руки. Приобретайте уже сейчас на сайте armfight.eu.